Заслуги Аллы Ивановны можно перечислять долго. Она – методист с большим стажем работы в области образования и социальной сферы. Методист детского сада Аленка Мишутка, методист ГОРОНО Комитета по образованию и подошкольному воспитанию, заместитель директора, директор, методист, педагог-психолог Центра социальной помощи семье и детям «Солнышко», педагог-методист дополнительного образования Дома детского творчества. Программу вечера держали от Аллы Ивановны в тайне, поэтому что именно ее ждет, она не знала. Между тем, читальный зал был полон гостей. Городская библиотека как дом родной, не только для меня, а и для всех жителей моего возраста. Сегодня в ее стенах проходит очередной вечер Десногорки «Молоды душой». Несмотря на то, сколько бы нам ни было лет, книги – наши помощники, библиотекари – проводники культуры, а мы вместе с ними – созидатели. Литература была близка Алле Ивановне на протяжении всей ее жизни. Поэтому неудивительно, что свою любовь к Десногорску Алла Мосягина выражает в стихах. Также в ее сборнике есть пронзительное стихотворение, посвященное матери. 5 лет уж я живу без мамы, но по ночам общаемся мы с ней. Ее мне очень, очень не хватает. Ее помнить буду до конца своих лет. Поздравлениям присоединились ребята из музыкальной школы. Они играли на необычных древнерусских инструментах, такие как свирель, коса, рожок и гудок. Сюрприз Алле Ивановне подготовили и коллеги из Центра «Солнышко». Высказать свои пожелания пришли директор Дома творчества Елена Юрьевна Долженко и клуб бардовской песни «Окно». На протяжении своего существования библиотека старается знакомить горожан с интересными людьми Десногорска. В этот раз мы поближе узнали Аллу Ивановну Мосягину, а впереди будет еще больше встреч. Элина Нурматова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.